Девочки, сильно не расстраивайтесь, что у нас нет этой Зары. Что-то я для себя здесь пока ничего не нашла, что мне понравилось. Тут, кстати, вроде ничего такое. Так, это какой размер? Эска. Сейчас приложим. Так, вот это я просто знаю, с чем надену. А остальное надо еще глянуть. Вы знаете, прям только если прям что-то точечное находить, вот эта жилеточка вроде ничего смотрится. Ну вот от всего остального я как-то пока не прониклась. Вот кто-то сейчас любит такие матнявые штучки, но мне, честно говоря, никогда подобное не нравилось. Я, в принципе, пуховики не очень люблю, так еще этот принт, мне кажется, не у бабушки такой. Короче, я не знаю, может, они современные.